переписать. Переписать. Перебежать. Господин Башпачкин. В губернский суд по этой жалобе составить. Дело простое. Надо заглавный титул переменить. Да в начале, в первых трех строчках, вместо «я прошу» написать «он и просит». А дальше все как есть, буквы в букву. О чем тому следуют пункты. Писали. Не могу. Стар уж стал. Голова не соображает. Уж лучше дайте, я перепишу что-нибудь в точности. Привычка. Ну что ж, ежели новая должность вам не по душе, то и... Бог с ней. Я ведь вам затем предложил, чтобы вы шинель свою поскорее обновили, а то ведь холодно. То не дай Господи, его превосходительство на глаза попадется. Да и мало ли что. Вам сколько до пенсиона осталось? 1,5 года. Работайте, работайте. Не простудитесь, господин Башмачкин! Господин Башмачкин, снег идет!
Оставьте меня. Зачем вы меня обижаете?